6 июля 2009 года с Дедом Морозом каждый день веселее. Дед Мороз писал. Да, пришел Дед Мороз, да? Это кто такой Дед Мороз-то, кто? Это Андрейша. Андрей? Да. Андрей оделся Дедом Морозом. Ты все знаешь, тебя не обманешь. Ну, что мы играем? Хорошо, что мы сейчас играем-то? Утиные истории. Ах, утиные истории. Ну, давай. Да, ну давай скорее утиные истории. Государик, давай, ударяй. Утиные истории играли. Молодец, государик. Кто тут у меня? Царица, король, любимица, красавица, умница, государь с барабанчиком, Егор и Дед Мороз, которого все узнали, Андрей. Да, Ника, надо ему было бороду и усы приклеить, но ничего. Улитку нашли, да? В садике. В садике нашли улитку. Мои глазки. Все божие. Я, кстати, тут нашла. Или одну, а моя маленькая. Моя маленькая. Твоя маленькая? Все божие. Твоя маленькая улитка? Моя... Она упала. Ну ладно. А мои все улитки большие. Большие у тебя, да? О, какие у меня музыканты, которые с улитками. Ты плакал в садике? Ну, не будешь плакать больше, что? Домой хотел, из садика. Ну, ладно. Играть, наверное, хотел на барабанчике, да.